Друзья, сегодня в Россию рано утром пришла шокирующая новость. А перед началом просмотра видео подписывайтесь на наш канал и следите за нашими новостями. Нам сообщили о том, что вчера вечером в Санкт-Петербурге произошла нелепая ситуация. В одном из торговых центров с охранником подралась всем известная российская актриса Татьяна Веденеева. Что между ними произошло, пока неизвестно. Известно только то, что охранник уже обратился в больницу за медицинской помощью. Будем надеяться, друзья, что все пройдет хорошо и Татьяну Веденееву не накажут. Следите внимательно за нашими новостями. И все, что мы делаем, делаем только для вас, дорогие зрители. Берегите себя и свою семью. И не забывайте, что у нас каждое утро выходят самые интересные и свежие новости российского шоу-бизнеса.